Очень важный момент, что мы делаем с телефонами, что мы делаем с нашим телеграм-каналом и так далее. Как правило, все опытные наши активисты, которые выходят на митинги, стараются удалять телеграм-канал со своего телефона и идти на митинг, либо идти на митинг с телефоном, к которому не прикреплен его аккаунт телеграм, чтобы при изъятии, если вдруг будет задержание, у вас не могли обнаружить связь с телеграм-каналом чат-активист. Очень важно прийти с ячейкой. Первый начинает, второй подхватывает, третий еще что-то делает. И вокруг выступающих формируется стена наших сторонников. И все, считайте, митинг состоялся. Тогда туда будут стягиваться все больше и больше людей. Сейчас выходим с лозунгами, с требованиями. Нур-Султан не моя столица. И мы противники строительства атомной станции. Эти требования, они легитимные, законные. Никто не может правильно юридически какие-то претензии предъявить. Давайте ориентируемся на 1 мая. 1 мая мы тренируемся. 1 мая мы не ждем, не заглядываем в глаза, не ищем синее. 1 мая мы не демонстрируем ничего синего специально. Мы просто идем и того места, где мы обозначили, наши активисты, наши сторонники начинают брать на себя ответственность и действовать.